За прошедшие сутки в области диагностировали коронавирус у 71 человека. Два пациента скончались. По данным областного управления здравоохранения, медицинские учреждения загружены на 24%. 14 человек помещены на карантин и 37 в отделение интенсивной терапии. С начала пандемии в области заразились коронавирусной инфекцией 33 579 человек, выздоровело 29 741. 392 североказахстанца умерли от ковида.